И вновь, несмотря на трудности, Республиканский рыболовный клуб «Агидель» и группа компаний-спонсоров представляют. Последнюю субботу уходящего лета любители летней рыбалки собрались на этот раз в новом месте на берегу реки Белой в Кушнаренко на фестиваль «Фишерман 2018. И было их немало, как взрослых, так и детей. Как говорится, кто ждал, тот и дождался, несмотря на дождь минувшую ночь и опасения возможности плохого проезда на место проведения фестиваля. Новинкой соревновательной части фестиваля была номинация «Спиннинг с лодки». А было здесь 5 участников. Подготовка идет своим чередом. А вот подъезжают и спонсоры. Гостей и участников фестиваля приветствует администратор сайта Олег Янтураев. Уважаемые господа участники, хочу вас поприветствовать на очередном летнем фестивале «Фишер-02-2018». Когда всем все ясно, пора и по местам, по зонам. Поехали! И погода вроде бы как распогодилась. Рыбачить не хочу. Ну, погода погодой, а у рыбы на это свое мнение. Поплавочников упор, как и всегда, на мелочь, хотя и она пока особой активности не проявляет. А впрочем, нет, вот и первый улов в кадре. Вот еще. 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 В общем, пошла баклешечка. Николаевич переживает за свою дочь. Конечно, место выбрали. Ничего не выбрали. Боится, что из-за солнечных бликов она пропустит очередную поклевку.
И полярики тут оказались как раз к месту. Не упустит свою удачу, юная спортсменка. Вот, наконец, добрались и до фидера. Такая вот английская донная удочка. Эта снасть славится достойными на нее уловами. И пока, похоже, здесь тишь да гладь. И пустые садки. И находящийся в боевой готовности подсачек вряд ли пригодится. Вот смотрите, тут, оказывается, попадается что-то и посолиднее. Например, как вот эта чехня. А вот и близкие моему сердцу пенсионеры. Ну как я могу пройти мимо них? А что, тоже рыба? Олег Голосан, а в скобках, правда только для меня, вредитель. Вот, на фидер такую рыбу ловить. Тихо, мы большую рыбу ждем. Ноль. Двадцать. Браво, Марата. Что, такая должна быть перцатка еще. Но я тут ее не нашел. Наверное, в зимних носках. Я брал для зимнего фидера уже. Мелкую. До карасика. Там нельзя глаз сводить с удочки. Вот кинул и смотришь, пока упала, пока что-то это. А то бывает, она упала на поплавок. Она сразу поклевка. А если ты в это время посмотрел в другую сторону, то ты просидишь, ожидая. А он уж там сидит. Вот.
наверное, царь рыба. Так что с сидором и поплавком все ясно. А вот что спиннинг? А спиннингисты где-то там, за поворотом. А впрочем, кое-кто уже подтягивается на взвешивание. И похоже, с неплохими уловами. Взвесились, можно и попозировать. А эта щука, видимо, как в сказке сказала: «Отпусти меня, Ваня, и будут тебе призы». Похоже, неплохо отловили спиннингисты. Челны на Сапандрее. 640. Пойдем, пока взвешиваем. Его 910. Награды и призы ждут своих обладателей. А пока идет взвешивание и подсчет результатов, можно прогуляться по лагерю и посмотреть, как правильно можно наточить ножи. Надо прижимать, ты чувствуешь, когда работаешь, ты начинаешь равномерно прижимать все это. Теперь вот мы снимаем так называемый крас. Ну, вот волнующий момент. Торжественная церемония награждения. Значит, Герасим Викторин награждается грамотой Абкуба Агинель. Thank you.
почти 3. 2 килограмма 335 граммов. И в завершение торжества лотереи. Ну куда же без нее в последнее время? А также ее замечательных подарков. В12 есть у нас номер? Бортанулась! Так, бери приз, иди отсюда, короче. Фидер 22. Все, так, пожалуйста. И попал немножко, да?